такое стало. А потом Галина хотела, что он опубликовал больше, и он через 6 месяцев сказал, что хотел опубликовать норму и сборник. Рейтинг хит. Сборник Интервьюера. Сейчас одно самый хороший с Владимиром выиграл. В это время я тоже общался с одним редактором, у которого была маленькая издательство в этой хате. Will Edge. После того, как мы начали переписывать, и он прочитал писать ее, и он сказал, что он хотел публиковать ее. Вы разделили какие-то это в ближайшие 5 лет, я понимаю, Америка будет насыщена этими сторонами. Да. Конечно, когда книги появляются по-английски, они становятся доступными для всех стран мира, и в связи с этим можно ожидать большого успеха сторонки. Но у меня один вопрос. Я лично считаю, что с тех пор, как умер Фадилин Кэмпбелл, Сорокин является главным президентом на Нобелевскую премию по литературе. Мне кажется, что Сорокин сегодня играет ту же роль, в литературе, что Солженицын играл в свое время. Я понимаю, что и Сорокин, и Солженицын вряд ли устраивает такая параллель, но именно роль, которую играет, такая вот я знаю, что нужно постараться, который имеет право номинировать моего друга и вашего руководителя Марка Дефолетского, постоянно убегают за родину на Нобелевскую премию. Как вы считаете, ваш переводчик проект не может способствовать тому, что Сорокин таким образом? Сорокин говорит, когда его спрашивает про Америку, потом в Германии и в Северной Европе. Это поможет, конечно, что эти книги будут читать действительно. Такие книги, как «Писать вперед», не помогут. А такие книги, как «Норма», это, конечно, такой интересный предмет, потому что, с одной стороны, это очень экстремальный текст, и там есть довольно неприятные моменты для нормального читателя. Но это невозможно представить современную русскую литературу, без нормы. Так что, давайте на окончании нашей беседы, мой самый простой вопрос. Какая ваша любимая? Я думаю, что это самый сильный текст Сорокина. Есть очень хорошая комбинация экспериментов и наслаждания. Например, в «Норме» самые сильные эксперименты, которые проводил Сорокин в своей карьере, как мне кажется. Как он это сделал, когда ему было 25-27 лет, просто невероятно. Но иногда эта книга становится монотонной или тяжелая. И это не только из-за этого советского содержания. Сорокин всегда говорит, что сложно читать «Норму», потому что это советский Диснейленд. Да? И каждая часть — это определенный крокен. Я бы сказал, есть и совершенно новые эксперименты, но и есть наслаждение. Да, потому что это очень приятно читать, это очень быстро читается. Ощущение прогресса, ощущение движения никогда не уменьшается. И это очень сложно делать в экспериментальном тексте. Спасибо, Макс. Надеюсь, американские читатели разделят наше с вами восхищение сороковыми текстами. В всяком случае, вы тоже сделали очень и очень много. Вы слушали подкаст Александра Гиннеса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня он назывался «Американская пятилетка Сорокина». Мы беседовали с молодым переводчиком Максом Лаутоном, который подготовил целую библиотеку сорокинской прозы для американских читателей. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свободы. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире, друзья. Студия подкастов «Радио Свобода».. Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Панайлова, историк Майрбек Мачугаев.
в вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Новости. В Москве 10 вечера, у микрофона Анастасия Тищенко. Бои, обстрелы и авиаудары продолжаются 19-й день в различных областях Украины. В Волонском районе на севере Киева, как утверждают местные власти, артиллерийский снаряд попал в 9-этажный жилой дом. Сообщается о гибели не менее 2 человек, есть раненые. В результате удара по центру города Донецк в понедельник погибли мирные жители, по меньшей мере 17 человек. Удар предположительно был нанесен ракетой .У. Взрыв произошел в рыбном месте у здания банка почти в самом центре города. Сепаратисты российской Минобороны обвинили Украину в нанесении удара по Донецку. Представитель российского Минобороны назвал случившееся военным преступлением, заявив, что в том месте, куда попала ракета, не было никаких военных объектов. Украинская сторона отрицает, что произвела ракету. Государственный департамент США отправил союзникам документ, в котором говорится, что Китай готов оказать России военную помощь в проведении специальной операции в Украине. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на американских дипломатов. Собирается ли Китай помочь союзнику в будущем или уже оказывать военную поддержку, в документе не уточняется. Посольство Китая в США заявили, что им ничего не известно о подобном запросе. Аналогичная реакция последовала и от России. Российский телеведущий Владимир Соловьев, внесенный в санкционный список Европейского союза за поддержку враждебных действий России против Украины, владеет большим числом объектов элитной недвижимости на озере Кома в Италии, чем было арестовано у него властями страны. Такое утверждение содержится в расследовании команды Алексея Навального, выложенном в YouTube-канале Popular Politics. Авторы утверждают, что обнаружили в Италии еще 2 особняка, связанных с телеведущим. Один якобы принадлежит самому Соловьеву, другой записан на его мать. 14 марта Государственное бюро расследований Украины объявило, что Соловьев получил статус подозреваемого по делу о публичных призывах к изменению государственной границы Украины, приведшей к гибели людей. Он был заочно арестован судом во Львове и будет объявлен в международный розыск. Компания однокурсника бывшего президента России Дмитрия Медведева вышла из собственников роскошной яхты из фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» в день начала войны в Украине. Яхта «Фатиния» стоит в Эллинге в Финляндии. Смена собственника могла скрыть ее отца. Смотры захватили дома в Лондоне и Биарице, принадлежащие российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и предположительно дочери Владимира Путина Катерине Петровне. А рядом баннер с неприятным выражением в адрес Путина. Биаритина американка Сибит Пьер Кушнер хранит могилу, которую связывает с дочерью Путина Катериной Путиновой и ее бывшим мэром, сыном друга Путина Сергея Шамалова. На всей территории России в полночь 14 марта была заблокирована социальная сеть Инстаграм. Мэр заявил, что доступ ограничивается в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих, а также с целью обеспечить психологическое здоровье граждан. Ранее Генпрокуратура потребовала признать Мета, материнскую компанию в социальной сети Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp экстремистской организации после того, как Мета разрешила украинским пользователям высказывать проклятия и призывать к насилию в отношении российских военных. При этом компании подчеркнули, что не потерпят русофобию и любой дискриминации граждан России, а также уточнили, Также 14 марта Роскомнадзор заблокировал сотрудников Генпрокуратуры сайт Сиджорнал, сообщает сотрудники издания. В редакции Польсаван пришло письмо от регулятора, в котором говорится о размещении публикаций, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданских населения Украины. Когда кто-то дернул, утверждает, что не знает, какие именно публикации имеет в виду ведомство.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?». Перегруппировка сил российской армии, новые обстрелы и удар по аэродрому у границы с Польшей. Свобода Украина! Фашисты! Антироссийские протесты в захваченных украинских городах. Свободные меры в соответствии с действующим законодательством. Задержание на акциях в России и заблокированный Инстаграм. Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 14 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мелани Бачна. Всем здравствуйте. 19-е сутки с момента российского вторжения в Украину. Боевые действия продолжаются на севере, востоке и юго-востоке страны. Блокированы несколько крупных городов, в их числе Мариуполь и Чернигов, которые российские войска не могут взять. Также продолжаются ракетные обстрелы. В Киеве снаряд попал в жилой девятиэтажный дом. Есть погибшие и раненые, сообщили в МВД страны. Пожарные спасатели разбирают завалы и продолжают поисковые работы. Ранним утром в этот жилой дом в Оболонском районе Киева попал артиллерийский снаряд. Произошло частичное обрушение с первого по третий этажи и возгорание квартир на третьем и четвертом этажах. Я проснулся от того, что меня мама разбудила, там везде дым был, просто пыль. Мы спрятались в кладовку. Думали, нас захватывают, заходят русские типа в двери. Оказалось, нет, мы вышли, посмотрели, у нас, получается, лестницы уже нет. Там все горит, мы не знаем, что делать, выбежали на балкон. Там попытались кое-как одеться, начали перелазить по балконам и спустились с того подъезда. По предварительным данным, как минимум 2 человека погибли, троих госпитализировали. Еще 9 оказали медицинскую помощь на месте. Эвакуированы десятки людей. Жители пострадавших квартир пытаются собрать хоть какие-то вещи. У меня нет слов, понимаете? Нет слов для этого, чтобы выговаривать это все. Вперед, на! Обстрелы велись и в районах Киевской области. В поселке Ставище снаряды российских военных уничтожили 7 административных зданий. Есть 4 пострадавших. А вблизи города Ровно из-за авиаудара повреждена телевизионная башня. Также этим утром был обстрелян город Снегиревка в Николаевской области и Ахтырка в Сумской. Власти сообщают о меньшей мере о 4 погибших. В результате авиаудара по Яворовскому военному полигону по Голебовым погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения. По данным местных властей, российская армия выпустила 30 ракет. Часть из них сбили системы противовоздушной обороны. Самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря. Оттуда, как утверждается, производились удары. Этот полигон находится в 20 километрах от границы с Польшей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это вопрос времени, когда ракеты упадут непосредственно на территорию стран НАТО. Российские ракеты снова били по нашей стране от восхода до заката. 30 ракет на одну только Львовскую область. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной. Мы были правы. Я говорил долгое время. Северный поток – это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно. И сейчас я повторяю снова. Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию. На территорию НАТО. На дома граждан стран НАТО. Помимо атаки по Яворевскому полигону, украинская сторона сообщила об авиаударе по жилым кварталам Чернигова. Также есть погибшие и пострадавшие. Власти Николаева говорят о гибели 9 человек в результате бомбардировки города. А в самом Николаеве, как сообщают СМИ, всю минувшую ночь шли обстрелы. Части жителей, в основном женщинам, детям и пожилым, вчера удалось эвакуироваться. Но часть до сих пор остается в укрытии в черте города. Там близкие там. Мама, папа, не знаю, я не могу нам близко говорить. Мы переживаем. Которые там остались, и много... Нас бомбят, нас взрывают дома, люди остаются без жилья. Нам страшно. Людей вывозили на пароме в соседнюю Румынию. Жители Николаева говорят, что не могут себе представить, как живут люди там, где обстрелы более сильные.
например, в Мелитополе или пригородах Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к 13 марта через гуманитарные коридоры из осажденных городов удалось вывести около 125 тысяч человек. А всего, по данным ООН, с начала вторжения российской армии Украину покинули более 2,5 миллионов человек. Еще 2 миллиона были вынуждены переехать в более безопасные регионы. Гуманитарных коридоров для эвакуации Киевской и Луганской областях. Об этом сообщил вице-премьер Украины Ирина Верещук. Основные пункты назначения – Бровары, село Белгород и Славянск. Ведется по гражданской инфраструктуре и жилым районам. Накануне был убит американский журналист-документалист. Его коллега получил ранение. Эвакуация мирного населения там сильно затруднена, в том числе из-за разбитого моста. Ирина Верещук рассказала о похищенных российскими военными чиновниках. Один из них – мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров. Завершается в примусовом уполоне Мелитополь. Остается в плену глава города Мелитополь Иван Федоров. Также неизвестна судьба мэра Днепрорудненска Евгения Матвеева, которого оккупанты похитили вчера утром. Остается в плену и спасатель Алексей Данченко. Надеемся, у нас получится освободить его во время работы гуманитарного коридора в город Гостомель. Сейчас работы коридору на Гостомель. Также правительство Украины рассчитывает, что им все-таки удастся доставить гумманитарную помощь в Мариуполь. Конвой с необходимым грузом для 400 тысяч жителей города приближается уже третьи сутки, а по заявлению Мариупольского горсовета по состоянию на завтра им осталось всего 80 километров. Однако из-за непрекращающихся обстрелов двигаться возможно только днем и с небольшой скоростью. Мариуполь уже 2 недели находится в блокаде российской армии. В городе практически закончились продукты, медикаменты, воды и света и связи. Заявление горсовета: из-за атак со стороны российских военных в Мариуполе убиты 2187 мирных жителей. Их хоронят в братских могилах. Только за вчерашние сутки, 13 марта, российская армия совершила 22 бомбардировки города. За 24 часа сброшено около 100 авиабомб. Люди в бедственном положении. Вода, еда заканчиваются, люди вынуждены открывать магазины в поисках необходимого, в том числе и дров. Сейчас минус 7. Это, кстати, в магазине нашего города. Русская техника, русские военные, ДНРовские. По городу авиаудары происходят. Из минометов градов обстреливается. Мирное население, тысячи жертв. В офисе президента Украины говорят, что российские войска проводят перегруппировку и активизируют наступление на Донбассе. Россия собирается привлечь к боевым действиям еще 1500 морских пехотинцев Тихоокеанского флота. Об этом говорят в Генштабе украинской армии со ссылкой на данные разведки. В Минобороны России эту информацию пока не комментируют. А в офисе президента Украины также заявили, что сейчас армия противника проводит перегруппировку и якобы в ближайшие дни сосредоточится на наступлении в Донбассе. Британская разведка, в свою очередь, сообщает, что Россия сменила тактику и сейчас пытается окружить населенные пункты и подразделения ВСУ, вооруженных сил Украины, главным образом на востоке страны. Два основных направления – со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. А войска, которые движутся со стороны аннексированного Крыма, якобы рассчитывают за Александр Николаевич Одессу. Минобороны России заявила, что за сутки их войска продвинулись на 14 километров вглубь страны. В украинских городах, которые взяли российские войска, продолжаются протесты. В Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирную акцию против оккупации. Военные открыли огонь, предположительно, в воздух. Несмотря на звуки выстрелов, акция продолжилась. Местные жители и власти выступают в том числе против создания в регионе Народной Республики. О планах учредить так называемую ХНР ранее заявила Москва. Сейчас российские войска занимают часть Херсонской области и, по словам местных чиновников, пытаются уговорить депутатов сотрудничать. Демонстрации против войны и за Украину прошли также в Бердянске. Этот город все еще остается под контролем российской армии. А в Мелитополе местным жителям собираться на митинги запрещают. Сообщения об этом звучат из громкоговорителей российских военных машин, которые едут по улицам города, но местные жители с этим не согласны. В России на акциях против войны с Украиной, которые проходили в 37 разных городах, полиция задержала более 900 человек. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Подробнее расскажет Юлия Митютина.
Сразу несколько журналистов полиция задержала у гостиного двора в Санкт-Петербурге, при том, что у них при себе было редакционное задание. Их отправили в отдел полиции в город Кронштадт, примерно в 50 километрах от Петербурга. Как заметил телеграм-канал СОТА, журналистов так далеко отвезли специально и намеренно лишили возможности быстро вернуться на место событий. Уважаемые граждане, вы находитесь в зоне возможного проведения акции, не согласованы. На Манежной площади в Москве, по свидетельствам очевидцев, полиция задерживала даже случайных прохожих, а некоторых дважды. Мы прогуливались по Москве и решили найти...